Судья Соломенского районного суда отказал защите во врачебной экспертизе, которая определила бы, может ли Насиров принимать участие в заседании вообще. Суд отклонил также ходатайство защиты об отводе судьи. Судебное заседание длится 3 час. Слава Украине! С вчерашнего вечера более 200 протестующих заблокировали здание суда. Среди них бойцы добровольческих батальонов и народные депутаты. Роман Насиров ночевал в суде. Протестующие пропустили к нему врачей. Собравшиеся вокруг здания требуют немедленного избрания меры пресечения и считают, что суд намеренно затягивает дело, а сам Насиров может избежать наказания или сбежать за границу. Глава украинской фискальной службы подозревается в злоупотреблении служебным положением. После того, как суд не принял решение и прошло 72 часа, эта власть теряет возможность вершить правосудие. Насиров виновным себя не считает, это будет доказано и будут предоставлены соответствующие доказательства в суде.